Детский сад «Школа Согласия» работает уже более 23 лет. За высокий стандарт качества в этом году предприятие получило звание лучшего учебного заведения России, а в прошлом стало победителем международного конкурса «ГЕМА». Сеть частных образовательных учреждений «Согласия» есть по всей России. Только в Екатеринбурге находится 15 филиалов. Теперь два отделения открываются и в Сочи, в отеле «Жемчужина», и в курортном районе Имеретинский. Свои двери начальная школа откроет в следующем году. Таким образом, «Согласия» охватит центральный и Адлерские районы. Наша программа включает в себя всестороннее развитие ребенка, эстетическое развитие, художественное развитие и интеллектуальное развитие. Помимо этого, у нас большая физическая подготовка детей, оздоровительная программа. Большое внимание уделяем именно здоровью, оздоровлению интеллекта детей. Что касается педагогов, все педагоги высокого класса, с большим опытом работы, с первой, высшей и первой категории. Преимущества этого детского сада уже ощутили 20 сочинцев, среди которых есть и приезжие. Ольга Болтунова переехала на курорт из Алтайского края. Подходящий садик для 5-летнего сына Степана искала долго, становилась на школе «Согласия». Нам важно и английский язык, и чтение, то есть подготовка к школе полностью. Ну и так как мы, еще раз повторюсь, поменяли много садов, я вот с Эльвирой пообщалась, и мне очень понравилось, как она нам это все преподнесла. И уже походили месяц, я в восторге. Сын делится своими впечатлениями, говорит, что воспитатели очень хорошие. Мы все замечаем, что ребенок у нас меняется в лучшую сторону. Больше знать стал, стихи, песни, танцуем, пляшем, поем. Достижения за месяц Степан и другие воспитанники детского сада показали во время торжественной церемонии открытия. Они рассказали стихи, спели и перерезали символическую ленточку. Воспитатели, в свою очередь, устроили для детей настоящий праздник с участием аниматоров, развлекательной программой по 4 игровым зонам садика, мастер-классами и сладкими угощениями. Детский сад «Школа Согласия» ждет ребят и их родителей по адресам: улица Черноморская, 3, и улица Триумфальная, 12/8. Телефон для справок 291-29-01. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.